проповедями любовь земле не привьешь. Призывы о крестьянской совестливости, ответственности, умелом хозяйствовании, рассчитательности дефицитными не были во все времена. На деле же крестьянское отношение к полю менялось, и не в лучшую сторону. С тревогой, и уже давно говорят вслух и громко, пашня теряет истинного мужика-хлебороба. Что случилось с человеком от земли? Почему его не гложет больше совесть за плохо сделанную работу? Почему он стал равнодушным к конечному результату труда урожаю? Всю жизнь после окончания института пытался заниматься одновременно двумя, казалось бы, несовместимыми занятиями. Исследовательской работой в области земледелия и освоением основных разработок, полученных в исследованиях, непосредственно в практике. Сначала Шадринский совхоз техникум, потом колхоз «Родина» Катайского района, я там уже работал председателем колхоза 7 лет. Буквально на четвертый год вышли на уровень урожаев 40-42 центнера. Наука, моя сфера интересов – использование земли, удобрения, севобороты, структура посевов. И вся семья, моя супруга, тоже является научным сотрудником. Вот здесь уже в ОПХ Батуринском, когда я начал работать после такого короткого научного перерыва, я 4 года работал в Сибирском институте земледелия, зав. Лаборатории севоборотов, зав. Отделом земледелия, заместителем директора по науке. Здесь я столкнулся уже с другой ситуацией. Это хозяйство входит в систему ОПХ. Сибирского отделения ВосХНИЛ. Оно хорошо обеспечивается ресурсами, техникой, минеральными удобрениями, пестицидами. И в то же время парадокс. Средний уровень урожаев, например, за прошедшую пятилетку только 21 центнер. Это немало. Это же хороший урожай. Но 21 это не 33. То есть, по самым скромным подсчетам, хозяйство не добирало ежегодно 5-6-7 центнеров зерна. Продуктивность коров средняя была на уровне 2100 килограммов. В 1984 году хуже этого было. 1700 килограммов надой, 100 грамм среднесуточный привес свиней. К весне 85 года уже и соломы не было, скот нечем было кормить. Какой-то парадокс. Для земледелия дается все, а земля не может обеспечить. Причем это шадринская плодородная земля. И вот здесь я даже, может быть, и не предполагал, насколько это серьезно. Да не предполагал, конечно. Здесь воочию на своей, так сказать, спине ощутил, как это сложно осваивать современные технологии, когда не работает тот самый человеческий фактор. Хозяйство наше большое, но очень трудное. Последние годы у нас ушли механизаторы из хозяйства, ушли животноводы, и сейчас катастрофически не хватает людей. Когда пришел новый директор, Сяньков Валерий Иванович, он, мне кажется, даже не осознавал ту всю глубину провала, в котором находится хозяйство. Ну, в честь его, он очень быстро оценил обстановку и наметил перспективу, план, по которому должно хозяйство развиваться. Задачу поставили 30-35 центнеров урожая, чтобы экономику хозяйства улучшить. Упор сделали на крупное строительство, очень хорошие квартиры. До сих пор многие не осознают потерь, связанных с отсутствием механизаторов вообще. Я часто пытался это как-то прикидывать. И вот осень 86 года у нас огромный урожай был. Но мы потеряли, ну, минимум треть продукции. Я думаю, мы потеряли в системных связях около 2 миллионов рублей. Потеряли почему? Не хватало 30-40 механизаторов. Я тогда подумал, думаю, как же дорог механизаторский труд в хорошем смысле слова. Не в смысле торгашеском, а в смысле эффективности производства. А мы подчас сидим и скаредничаем, думаем, или хорошенькую квартирку сделать, или так себе, или две квартиры построить, или шесть. То есть для современного сельского труженика нужно строить жилье прям-таки современное, местами роскошное. Иначе мы не увидим будущего нашего сельского производства. Это надо давно было всем понять. Иллюзия, что можно жить в разваленном деревенском доме,
десятилетием кончиться должна. Значит, количества не хватало. Трудовая дисциплина была низкая. Да и интеллектуальный уровень многих механизаторов, профессиональный уровень, сплошь и рядом, далеки от желаемого. И вот здесь как раз в реальности видишь, что одних ресурсов, одних капиталовложений, материальных средств, причем очень эффективных ресурсов, недостаточно. Они могут быть, эти ресурсы, а земледелия современного не будет, современного хозяйства не будет. Для меня стало совершенно очевидно следующее. Именно поэтому огромные миллиардные вложения в нечерноземную полосу, да не только в нечерноземную полосу, во многие места нашей страны разбиваются вот тот самый человеческий фактор. Не срабатывают технологии, потому что нет необходимого количества людей, на первый взгляд. Нет соответствующей организации производства. А теперь другой парадокс. Мы все время говорим, не хватает людей. В самом деле людей не хватает. Это правда. Это каждый из нас знает. Особенно в таких районах, как в районах Западной Сибири, там Поволжье и так далее. Да и нечерноземной полосе. Но вот другая сторона. Мы над ней постоянно думаем. В нашем сельском хозяйстве в стране работает в колхозах и совхозах 24-26 миллионов человек. Я цифры округляю. Не могу их точно назвать. А в сельском хозяйстве Соединенных Штатов менее 3 миллионов занято на фермах. Ну, там большая сфера занята в системе агробизнеса. Но тем не менее, на полях и фермах работает меньше 3 миллионов человек. И американское сельское хозяйство производит больше, чем мы, значительно больше, чем мы. Значит, разрыв по производительности труда огромный. С одной стороны, нам не хватает, а с другой стороны, у нас огромный избыток относительно современного мирового уровня. В чем вся причина? Причина, главная, в низкой производительности труда. Если нам сначала казалось, что главная причина в том, что нет соответствующей техники, нет соответствующих технологий, и это правильно, их нужно постоянно совершенствовать, то сейчас мы совершенно глубоко убеждены в том, что главное, что наш рядовой работник, да и мы сами, с очень большой бюрократической настройкой, не можем на крупных системах, уже на уровне хозяйства, работать столь же эффективно, как работают фермерские капиталистические предприятия. Это совершенно откровенно. Это не надо прятаться от этого. Ведь Ленин не боялся об этом говорить откровенно и вслух, когда он говорил, что нам нужно даже соревноваться в рамках советской власти с государственным капитализмом. И мы замалчивали, мы ретушировали это, думали, что нет-нет, тут у нас все будет хорошо. А на самом деле нет. Разрыв, к сожалению, по производству труда в последние годы увеличивается не в нашу пользу, не в пользу нашего социалистического сельского хозяйства. И совершенно ясно стало, что если мы не найдем формы организации труда, которые бы максимально стимулировали каждого работника в интересах своего труда лично, чтобы он был заинтересован в интересах труда точно так же, как если бы он работал на себя, и более того, отвечал одновременно, это диалектическая зависимость, интерес и ответственность, и чтобы отвечал за свой труд, до тех пор мы никогда не достигнем высшей производительности. Так вот, значит, передо мной возникла вторая задача, она не моя личная, она постоянно существует перед любым руководителем. Та часть, с которой я непосредственно здесь уже стал работать, уходя немножко от своих узких профессиональных интересов в области земледелия и стыкая их с интересами в области организации труда и производства, это потому, что это необходимость. Ну, а вторая предтеча тому, что эту работу мы начали, я начал ее под руководством Николая Васильевича Краснощекова, академика Васильевича, еще в Новосибирске. Была поставлена вполне определенная и четкая цель. Нельзя ли нам изменить так формы организации труда, чтобы достигнуть сразу той производительности, того уровня производительности труда, который имеется сегодня, скажем, в аналогичных с нами природных условиях в степных провинциях Канады. Речь шла о том, нельзя ли сразу найти формы организации, которые позволили бы добиться утроения, учетверения производительности труда механизаторов.